Губернатор Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные награды Российской Федерации и Челябинской области. Торжественная церемония по этому поводу состоялась накануне в столице региона. Среди тех, кто был удостоен почетного звания, есть и магнитогорцы. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени были удостоены пятеро жителей региона. Четверым южноуральцам было присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации», еще одному – «Заслуженный энергетик Российской Федерации». За вклад в укрепление семейных традиций и добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей 8 жительниц области были награждены знаком отличия «Материнская слава» первой, второй и третьей степеней. 3 семьи были удостоены знака отличия «Семейная доблесть». Также на торжественной церемонии губернатор Алексей Текслер присвоил южноуральцам почетные звания «Заслуженный работник образования», «Заслуженный юрист», «Почетный гражданин Челябинской области». Один человек был отмечен знаком отличия за заслуги перед Челябинской областью. Мне хотелось бы, чтобы этот день навсегда остался в вашей памяти, в истории вашей семьи. С наступающим Новым годом, Рождеством, всего самого наилучшего вам и вашим семьям. Отметим, всего в торжественной церемонии участвовало 7 работников Магнитогорского металлургического комбината и 1 сотрудник ММК «Метиз».